чуть вот, вот по этой же, что по оборонной, чуть выше автовокзала. Я в 14 там ехал, по дороге зайцы бегали. Город пустой. Никто ж не пропустит. А с той стороны на западе товарищ с собаками пошел гулять. А там частный сектор уже на окраине. И так между двумя частными секторами два поля, а между их разрезает железная дорога. Кукурузное поле, говорит, вышел с собаками, говорит, из кукурузного поля, говорит, стадо кабанов с поросятами. Ну как раз бои там вот шли, и кабаны все сюда вогнули, да. Они все сюда дернули. А собак сколько здесь породистых по городу ходило. Люди повыезжали и не всех позабирали. А так вот в это время суток здесь можно было лечь прямо на асфальте и спать. Ни людей, никого. Как вот в этих фильмах катастрофа. Ну и потом подтянуть здоровье, основной нас. Да ну, возвращаться начали весной 15-го. Кто как. Некоторые до сих пор не вернулись. Там и куча пустующих квартир, домов. А дончане работают в фирме. Кто средний беженцы, кто так. Так пока и живут у нас там. В Донецке? Да нет, это не Донецк. Не, он говорит, в этом году первый раз я в отпуск поехал туда, где сколько. А сам откуда? 14 года. Я Ростовская область. А, ну, место. Что тут до Ростова 200 километров? Да вот уж. Здесь бы да поехать с него. На кровать посмотреть, какая у нас. Не то, что полежать уже, хоть посмотреть. Да, на доску, знаете. А вот от дома угловой смотрел сейчас. Этой весной взорвался.